такой дал. Замечательное начало. Не трогай меня, или я позову своего друга. Дедус, ставьте этому ябеди 2 на лоб. Не трогай меня, или я позову своего друга. Он одну фразу знает в этой жизни, да? Я думал, фиксики, они типа умные, они учат чему-то там детей. Как устроен унитаз, как устроена канализация, лампочки, как работают батарейки в мамкином фалоимитаторе. Да, я думал, они всему этому как бы обучают, а... Он что-то одну фразу знает, и я сильно сомневаюсь в его компетенции фиксиковской. Иди сюда, мразь. Прости меня. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это Фиксики Экзе. А точнее, Нолик Экзе. Дисклуймер. Данная игра создана для того, чтобы привлечь вас и Декарта к моим другим играм. Но это не значит, что эта игра херь. Я точно помню, что... Какой-то очередной там Кот Леопольд Экзе, Карлсон Экзе, да какой-нибудь Том и Джерри Экзе, Голубой Щенок Экзе, что там у меня выходило? У меня выходило много всяких игр по мультфильм.экзе, вот так я бы сказал. И где-то было точно такое же предупреждение. То есть это уже, видимо, излюбленная тактика контент-мейкеров, да? Создавать подобные игры, чтобы привлечь мое внимание. Там еще растения против зомби Piece of Hell, я помню. Piece of Hell там просили. Можно сыграть. А здесь на одно. Поиграйте в мою игру «Растение против зомби Экзе Ремастерд». Вот она, от создателя Second Nightmare. Господи Иисусе, я прям вот, знаете, чувство дежавю. У меня чувство дежавю, надо отметить. Тоже привлечь внимание и тоже какой-то фанатской игре по растениям против зомби. Может быть, когда-нибудь. Но сейчас, ребята, Нолик Экзе. Давайте же начнем играть. Нолик, это, насколько я понял, это же голубенький такой, голубенький парень. Давайте вот играть. Не в смысле, что голубенький парень. Не, Нолик, я не в этом смысле. Я знаю, ты самый гетеросексуальный парень. Вон твоя, вот это твоя мадама. Я все понимаю, но ты понимаешь, что я имею в виду, да? Что это такое? Вот это что такое? Нолик, это ты! Ну, это он, а это что такое, я не понимаю. К чему это, если что? Это как кусок какой-то другой игры или типа чего? Или это Нолик просто в школу художки ходит, там, учится рисовать. Ну, учителям его надо бы оторвать, там, я не знаю, все, чем они там рисуют, потому что это отвратительно. Ты такой дал! Замечательное начало. Не трогай меня, или я позову своего друга. Какого друга? Какого ты друга позовешь? Ножонки там топочат ножонки у нашего... У нашей голубенькой пижонки топочат ножонки, да. Дедус, ставьте этому ябеди 2 на лоб. А ну иди сюда. Не трогай меня, или я позову своего друга. Он одну фразу знает в этой жизни, да? Я думал, фиксики, они типа умные, они учат чему-то там детей, как устроено то, сё, пятое, десятое, там. Как устроен унитаз, как устроена канализация, лампочки, как работают батарейки в мамкином фалоимитаторе. Да, я думал, они всему этому как бы обучают, а он что-то одну фразу знает, и я сильно сомневаюсь в его компетенции фиксиковской. Что такое? А, понятно. А, нет, непонятно, погодите. У меня, это стандартная практика всех экзоигр. Найди кнопку, которая отвечает за прыжок. Так, он же вроде бы... А, понятно, Z, все, определились. Автор, кто тебе сказал, что это хорошая идея делать такой плавающий фон? Я сейчас блевану, откровенно говоря, прямо наружу этому фиксику. Ну ладно, давайте, поехали. Может быть, я продержусь, может быть, мне удастся. Может быть, мне удастся, что называется, не проблеваться. Может, мне удастся не проблеваться, да. Ну, пока что мы бежим, прыгаем, все хорошо. Я, наверное, глаза закрою, потому что твою мать. Я не знаю, я к этому дерьму очень чувствительный. У меня не самый сильный вестибулярный аппарат от природы, поэтому... Что такое? Дайте-ка угадаю. Это его величество Экзектор, да? Я прям вот более чем уверен. Они меня травят. Есть решение. Я вселю в тебя дух зомбосса Экзе. Но учти. Хорошо. Он даже не заслужил. Есть решение. Подпиши вот эту бумагу. Хорошо, все, без проблем. Безотказный нолик Экзе вообще. Ну, он пока еще просто нолик, сейчас он будет экзе. Почему у него два на лоб? А, да, ему деда поставил два на лоб, да? Короче, это, булят нашего нолика. Булить очень нехорошо, поэтому сейчас, знаете, справедливость восторжествует, я чувствую. Сейчас кое-кто у нас станет экзе и отбулит им окончательно, что называется. Все их по микробулям, по этим дедушкиным, отбулит с ноги. И микробули его сморщатся и скукожатся еще сильнее, чем сейчас от старости. Давай. Иди сюда, мразь.
Прости меня. Неискренне, неискренне, с таким лицом не извиняются, мне кажется. Ах ты шлупонь, да ты думала меня обмануть, не верю тебе, нет. Хорошо, но только после битвы. Ой-ой-ой, как же нехорошо получается, что опять эта сраная вот битва вот эта вот, да? А, мне, кстати, надо что, лечиться? Подожди, а почему я за нее играю? Я вообще-то хотел бы за Нолик Экзе поиграть и стать, что называется, триумфатором справедливости в этой игре. Они реально это заслужили, да? Они заслужили наказание за свое ужасное поведение. Ну, смотрите, тут мы хотя бы не сильно долго будем сражаться, да? Потому что мы отнимаем по 25 единиц здоровья. Блин, ну слушайте, ну что-то это... Да лечись давай! Господи. Быстрее давай лечись, нам надо это, поднять. Поднять уровень надо поживей. А то этот, он задорно потрахивается. Я хотел... Блин, вот это оговорочка по Фрейду. Я хотел сказать, задорно потряхивается и издевается над нашей полоской здоровья. Так, надо что-то с этим делать. Между прочим, первый раз во время такой битвы я на заднем плане слышу не вот эту вот мелодию, а ее ремикс, скажем так. Слышите, ремикс такой приглушенный. Та-та-та-та-ра-та-та-ра-ра-та-та-та. Там еще должно быть пара-па-пара-пара-пара-пара-па-пара-па-пара-пара-пара-пара-пара-па-пара-па. Вот так вот, да, я. Фух, успел. Что это было? Нолик! Хочешь помолодеть? Хорошо! Хорошо! Но только после битвы! Чувак, этот Нолик, он, знаете, он как какая-нибудь мамаша, которая к ребенку подходит и говорит, это, хочешь сладкого? Хорошо, но только после борща. Там, не знаю, хочешь в компьютерные игры играть? Хорошо, но только после того, как сделаешь уроки. Ты будущий лучший отец на планете просто, я уже чувствую вот этот вот дух манипуляций, понимаете, вот этих вот просто невероятных. Это будет великий папаша. Беги! Так, битвы или чего? Это не битва, это погоня. Ну, смотрите, по крайней мере, перезапустилось это. Да. Охренеть, тут еще... Ой. А это все? Это я... Свали отсюда! Нет, подождите, это он говорит. Свали отсюда! Хех, правило для кого? Да плевать! Тебе конец, кожаная! Да будет битва! Что? Я уничтожу их за это последнего, я выбрал это тело, я выше. Икс стрелять, стрелять по фиолетовым стенам. Я ни хера не понял, кто что говорит, если честно. Кто из них там что говорил? По каким фиолетовым стенам? Где фиолетовые стены? Так, ну смотрите, битва обещает быть динамичной. Вот это можно уже заранее сказать. А где фиолетовые стены, я извиняюсь? Я ни одной не вижу пока стены. Ой, подождите меня. Сейчас, секунду. Тут надо сразу подпрыгивать, как только эта хрень, да? Я убил его. Скоро убью всех. Правда? Это я пришел, да? Правда? Надо вспомнить свой самый обычный голос. Сейчас, как я разговариваю в реальной жизни? Правда? Ладно, это шутка, конечно же. Кто жив? Так а где я? Я там... Никто. Нифига себе, быстро игра. Игра прям быстро закрылась, на самом деле. Я там в самом конце появился, что-то там подтявкал, что-то быстренько. И все, как бы. Правда. Ну, хорошая роль, я считаю. Хорошая, черт возьми, роль. Я думаю, что Станиславский, если бы вот это вот исполнение слова «правда» бы услышал, он бы определенно сказал «однозначно верю, самый лучший актер .exe на планете». Да, это я. В общем, давайте на этом будем заканчивать. В общем, вот, в общем, да. Может быть, я сделаю концовку получше, а может быть и не сделаю, потому что, если я попытаюсь, это будет очень тяжело, как мне кажется. Но на этом сейчас мы точно завершаем. Такие вот у нас фиксики экзе. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь, жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. И все, всем счастливо, всем удачи, всем пока.